Вы знаете, у нас только что прошел марафон, который назывался «Техника исполнения желаний». И вот у нас такие волшебные чувства в связи с этим марафоном, и мы бы хотели с вами поделиться. Дорогие друзья, нам пришлось с Мариной читать каждое ваше сочинение. Кому-то мы поподробнее ответили, кому-то, ну, не было слов, как только благодарности. И я хочу рассказать свое ощущение от этого марафона. Мне немножечко жаль, что люди писали на отдельный чат и посылали эти сочинения. Дорогие наши любимые, это шедевры. У меня есть великое желание вот напечатать их все или просто сфотографировать и дать людям, чтобы они их читали каждый день. Все те сочинения, которые прислали, в них любовь, в них нежность, в них праздник жизни, в них реализация. Дорогие мои друзья, переход в так – это о том, чтобы говорить чище, чтобы звучать лучше, чтобы быть в чистоте мысли. Я благодарю каждого из вас, кто принял участие в этом марафоне, кто прислал эти великолепные сочинения. Друзья мои, были и скромные сочинения, маленькие, сжатенькие, но в каждом слове этого сочинения сколько было нежности, сколько было желания жить в мире друг с другом. Давайте все-таки попробуем говорить друг другу добрые слова. Давайте говорить слова «Здравствуйте! Здравия вам всем!» Давайте говорить слова «Благодарю!» И, возможно, я в это очень верю, что однажды вот так здесь будет рай. Именно здесь будет рай. Не там где-то. Давайте просто начнем эти маленькие шажки делать. А твои ощущения как? Честно, тоже читала сочинения вместе с Леной. И на некоторых сочинениях, вот Марина плакала. практически на Марина. все, да, у меня тоже были слезы, умиление, вот настолько было глубин. Вот у Лены мурашки шли, О, я сейчас сижу, вот вся мурашка. а у меня вот слезы как-то, ну, конечно, я не рыдала, но выступали. Вот, так что я тоже вас очень благодарю. И, кстати говоря, в личные сообщения очень много поступало благодарности нам. И вот просто Они великое, нас поддерживали да, реально, и друзья. мы тоже бы хотели у вас попросить эти благодарности как-то написать в общие какие-то группы, потому что эти благодарности, они поддерживают других людей. У них будет тоже такая же возможность, как и у вас, узнать то, что вы узнали на марафоне. Да, я знаю, где-то вы всплакнули, где-то вы улыбнулись, а где-то многие из вас увидели новые возможности. Кто-то уже вошел в эти возможности и получил их, кто-то еще только на пути. Но, дорогие друзья, делитесь добром, делитесь благодарностями. Берегите здравие. Здравие в уме, здравие внутри. И мир всем вашим домам. Благодарим за этот волшебный марафон именно вас. Спасибо. Еще хотелось бы сказать отдельно, я замечу по всем сочинениям, конечно, материальное желали и дома, и машины, ну, без этого никуда, это наши игрушки. Но во всех, абсолютно во всех сочинениях были отношения. Отношения в семье, отношения с друзьями, и очень было много именно сказано про вот добрые отношения с вашими близкими. Берегите их, берегите. Если вы сегодня стали чуть-чуть яснее видеть, берегите их. Перестаньте трясти их за грудки, проснись, опомнись и все. Просто вы станьте для них лучшими. Кто знает, может, тогда они и проснутся. Благодарим вам. Всем удачи, удачи, удачи и мира в ваших сердцах.